улица Александра Невского, это вход на территорию Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Вот я тут немножко прошелся в предыдущем ролике по территории. Вот, улица Александра Невского. Здесь вот она начинается в этом районе. Вот, а с правой стороны у нас, скажем так, храмовая территория. Это храм Александра Невского, вот, который хотели назвать храмом Святой Татьяны. А там дальше это вот резиденция королей. Это такая новодел такой развлекательный. Я сейчас иду до площади Василевского, тут недалеко. Посмотри. Вот он какой красавец. Вот новоделка такая, там музей янтаря на той стороне, башня Дердона. Вот как правильно называется. Московский патриархат, Русская православная церковь, епархия, храм святого благоверного великого князя Александра Невского. Вот так вот. Там что-то по недвижимости домик, зеленый город, агентство недвижимости. Вот, а сейчас я подхожу к Литовскому валу. Вот это сам Литовский вал, вот это вот такое военное сооружение, скажем так, оборонительное, оно как бы Кёнигсберг, там это одна из линий обороны строительки Кёнигсберга. Вот, вот канал идет, его тут чистили, там, значит, сделали дорожку. Пешеходную зону, так они назвали это дело. Тут ресторанчик какой-то, кафешка вот на этом верху, вот с правой стороны. Вот. Его так подремонтируют чуть-чуть. Я думал так пройтись по всему, вот, по всей вот этой пешеходной зоне, но что-то сегодня не получается. Вот, я только немного засниму сейчас. Подойду к резиденции королей, ее сниму. Я тут тоже давненько не был, не смотрел ее. Вот, ну это храм. Вот. Туда, вот там вот. Вот там вот то месте, как раз улица Александра Невского начинается. А за вот этими деревьями, вот прямо, который такой холм с деревьев, там башня Дердона и музей янтаря. Вот тут. Вот такое сделали.
скамейки так интересно здесь сделали. Вот как бы высечена из гранита такая выемка. Ну это может и не гранит, не знаю как это называется, камень, может гранит. Ну, вот так вот. Несколько тут здесь скамеек. Вот здесь вот вон видно вот это кафе. Комплекс. Ров поворачивает и идет вдоль. Ну, почти прямо там с изгибами там идет. Идет по этой линии обороны. А вдоль него, с другой стороны, идет улица с одноименным названием Литовский вал. Мечи в честь чемпионата мира по футболу. Вот утки плавают. Вот так почистили. Вроде как. Такое живописное место. Вот надо, может, чуть-чуть подсобраться и сходить. Вот, но сейчас, к сожалению, у меня не получается. Ну, вот это вот резиденция королей. Она, конечно, сделана так, в таком более сказочном стиле, конечно. Немножко вычурном, я не знаю. Слишком уж как-то так разувесисто. Сейчас подойду к фасаду. Ну, здесь вот такие сделали садики, можжевельники, сосна декоративная. Храм здесь стоит как украшение. Ну вот фасад. Резиденция королей. Тут и деревом он отделан. Деревяшками. И балкончики такие есть. Ну не знаю. И там бочки какие-то стоят, как будто бы с вином там. Вот. Там вот здание университета Балтийского, корпуса. Вот, ну сейчас еще зайду еще одну сторону, посмотрю, так чтобы как бы картина была более-менее. Туда углубляться, я его снимал, ходил там со всех сторон, снимал несколько раз. Вот такое состояние неба сейчас. Солнце в основном спрятано. Сколько тут процентов неба занято? Ну, больше половины. Наверное, 70%. Вот эти все скамеечки. И сам Литовский вал. Поворотный участок. Туда, в общем, там хорошо сделали. Пешеходная зона. Выгул собак. Так. Башня. Вон то кафе угловое. Значит, вал этот идет, там практически он упирается в предель. Там улица такая лесопильная вроде есть. Вот, так что если сам Литовский вал идти, он такой длинненький. Длинненький. Не коротенький. Зал торжеств Луизы, свадебная ротонда, детский ресторан Карлсон, зал Королевского дворика, парк. Что мне тут нравится, это вот, как он оброс виноградом. У винограда вот листья уже начали краснеть. Часы правильно показывают? Ну вот да. Не знаю, они отстают на 5 минут. Часы у меня точно идут. А эти на 5 минут отстают.
Так, а вот здесь они делали, помню, этот ледовый каток. Но симпатичный такой стоит. Какой-то он немножко непропорциональный. Не знаю, может, такие олени есть? Такие с короткими ногами, наверное. Ну, кто разбирается, наверное, может сказать, что, на мой взгляд, непропорционально его сделали. То есть, все есть ноги там, туловище, хвост, рога. Так, вот королевский дворик. Royal Park. Что это за королевский дворик? Ну, сейчас я мимо пройду. Тоже норовыпивка какая-нибудь для детей-то. Рояль какой-то стоит. О, тут же Екатерина у нас или Елизавета. Скорее всего, Елизавета. Рояль. Рояль. С панелью, с цветами. Там Пресвятое Королевство. Сейчас я зайду вот, наверное, за этот домик. Посмотрю, что там. Как-то оно потемнело. Запачкалось. Вон пушечки стоят такие, игрушечные. О, а там такая вот зона за забором, лес. Там тоже какое-то укрепление вроде есть. Вот по карте посмотреть, немецкое что-то. Так, а здесь 39-е королевство. Семейный развлекательный комплекс. Так, ну что, пройти посмотреть, что ли? Да, ну тут все сделано в виде вот такой стены. Ладно, подойду. Ладно уж. Что-то вроде дельфинарий хотели делать. Я опять же не знаю, сделали его или нет. Что-то типа такого. Вот, что тут вот я попадаю в тупик. В лесной там уже. Ну не тупик, а лес там начинается. Впереди. Такая зона. Ну, вот странно, такой, как будто бы склады какие-то. Как-то сделали. Девки какие-то лезут по лестнице, а там мужики с лестницы. Какой он? Парк-арена. Ну, может, такая она должна быть. Ладно, не буду я тут бухтеть, бормотать. Пойду обратно. Не был я здесь, наверное, года 3-4, наверное, в этом месте не заходил сюда, что-то как-то все не получалось. Может, даже и 5 лет, не помню. По-моему, в 18 году я последний раз сюда заходил. Ветер подул, и тут уже моего голоса не будет слышно.
лесочек такой там. Там что-то есть. Это вот лесочек отгородили, наверное. Амбер Блю. Куиз какой-то там. Китс. Амбер Блюс Китс. Пушечки. Сделали. Вышел я обратно сюда. Сейчас подойду. О, ель колучая. Глаука какой сорт. Вот. Даже есть надписи. Интересные, да. Сирень обыкновенная. Ну такая несчастная она. Здесь сирень Beauty of Moscow, московская красавица, или красавица Москвы, правильно, да? А здесь что? Spray Gold Fountain, рядом столько раскидистый кустарник, достающий до 3 метра высотой. Да, красиво вот этот сделали тут. Они сейчас цвет еще меняют. Вот такая гамма образуется цветов. О, ну там тоже тупичок уже идет. Ну и вот пять ров Литовского вала. Все, возвращаюсь, иду на выход. Туя западная. Да, тут через недельку, полторы-две, цвета будут еще красивше, хотя они сейчас уже так хороши, если бы солнце только немножко с другой стороны светило, я освещала все это. Так вот уже буйство такое осеннее. О, какая елочка красивая, голубая. Все, возвращаюсь обратно к улице Александра Невского. Тут что-то тети что-то труд. А, кошелек. Легенда о кошельке. Да. Потеряв медную застежку, меч, доброе сердце. Ну, я не знаю. Туда мостик. Фонарики.
Ну, должен сказать, что тут не местный, ты не знаешь. Тут, конечно, так бардачно было. Вот. Грязновато, мусорно, и, так сказать, такое место было противненькое такое. И вот все-таки его начали благоустраивать, и ему стало чистеньким и более-менее нормальным. Вот. Но пока оно не пользуется такой большой популярностью в плане гулянок. Но люди все равно ходят. Надо, так сказать, правильно использовать все возможности оставшейся архитектуры и строений, ну, чтобы просто их хотя бы привести в порядок, я там не буду говорить, чтобы использовать для успешного бизнеса. Просто привести в порядок. Сейчас дойду до площади Василевского. Базилевса. Да, Базилевская, знаете, Базилевса. Резиденция королей. Туда вот ступенечки идут, тоже сделали лестницу здесь. А раньше тут, не знаю, забор что ли стоял, там чуть ли не через кусты туда надо было пробираться, так не помню, или такой раздолбанный был спуск. А, ну вот он, этот спуск раздолбанный, а. Ступеньки такие выщербленные. Вот начало улицы Александра Невского. Астер. Вот, я забыл название, все у меня в голове вертелось. Это вот кафешка это Астер. Альтер. Вертелось. Оно называется Астер. Так, а вот это вот красное, из красного кирпича, я не помню, то ли редут, то ли равелин, то ли редуит. Англехайм называется. Ну вот это как бы одно из угловых. Так, звонят.